Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Станислав Танов, работаю в компании Smart Bar Group. Мы производители злакопротеиновой и также кондитерской продукции, недавно совсем. И также производим, наверное, запеченные завтраки, мюсли, то все, что для завтрака. Все это полезно, здорово и так далее. Хочется, наверное, сразу сказать, что стенд ваш находится очень близко к нашему пресс-центру, что прекрасно, вкусно и замечательно. Спасибо вам на этом за выбор такого места для нас. Скажите, пожалуйста, какие у вас ассортименты? Вот один батончик какой-то есть протеиновый, один злаковый или там линейка очень широкая? Да-да, смотрите, то есть мы производим несколько линеек протеиновых батончиков. Соответственно, это есть батончики чисто для спортсменов, это с сертификатами, специализированные и так далее. Есть также батончики с пониженным содержанием протеина. С недавних пор мы получили новый сертификат. Мы также можем производить безглютеновую продукцию, что, в принципе, потребитель сейчас хочет, требует и пытается везде найти в продукции. И, соответственно, у нас есть с недавних пор, как я ранее сказал, кондитерская продукция. Это больше рассчитано на детей, для родителей. То есть это такая замена традиционным сладостям. Ну, если вы понимаете, о каких именно сладостях мы говорим. Да, расскажите, пожалуйста, о выставке. Чего вы от нее ждете? Знакомств, новых контактов, контрактов? Да, то есть на выставке мы ждем, так скажем, хотим попробовать большую часть аудитории байерам, представителям ритейла, нашу продукцию, чтобы понимали, что это, как это есть. Представляем также здесь свои новинки, которые нет еще на полке, но в будущем мы над этим работаем. Соответственно, также от нашей компании будет спикер, который будет рассказывать о трендах в еде как глобально, так и на российском рынке. То есть затронем все такие темы: сахар, глютен, ГМО и так далее. И максимально, наверное, на этом все. Это, наверное, все основные параметры, которые мы сейчас ищем. Расскажите, пожалуйста, о производстве, где оно происходит? Да, производство у нас находится в Владимирской области, то есть мы русская компания, она находится в городе Собинка, это экологически чистый район, и все производство у нас по высшему разряду, то есть это контролируется, постоянно приходят различные проверки от больших игроков рынка, у кого мы приводим СТМ. То есть, соответственно, у нас все идеально в этом плане, так скажем, иначе бы мы не производили СТМ для больших игроков на рынке. Спасибо большое. От себя могу сказать то, что мы всем нашим пресс-центрам уже попробовали вашу продукцию, остались очень довольны. Спасибо вам большое. Надеемся, что участники выставки тоже оценят ее по достоинству. Спасибо большое. Спасибо.